Значит, шинковка мандарина, шинковка юниор. У шинковки юниор, давайте я с нее начну, она чуть-чуть попроще. Три толщины нарезки. Сзади вот такая вот кареточка, которую вы перемещаете и как раз устанавливаете необходимую ширину. То есть вот сейчас на замочке, причем смотрите, абсолютно безопасно, вы не пораньтесь, то есть техника безопасности здесь очень хорошо продумана. Вот перемещаем кареточку в положение 1, вот видите, здесь вот римские цифры 1, и соответственно вы перемещаете, и у нас на единичку углубляется вот эта вот платформа. Дальше перемещаем на циферку 2, толщина еще побольше, и совсем широкую нарезочку, пожалуйста, цифра 3, вот такая толщина. Прорезиненные ножки, видите, очень удобно. То есть вы можете делать упор на доску разделочную, вы можете поставить эту шинковку на чашу, и она будет хорошо благодаря вот этим прорезиненным бортиком фиксироваться. Дальше есть защита для рук. Покажем сейчас, как насаживать овощи, фрукты. То есть вы держите вот за шляпку, да, и вот сюда цепляете. И прекрасно можно шинковать. Вот на единичку, например, я делаю, допустим, на щи, на борщ, да, на единичку капусту. Можно шинковать картофель и делать чипсы на единичку. На двоечку, ну вот кто-то любит квасить капусту, вот пошире, чтобы побольше кусочки были. Ну, найдете всегда, да, какой толщины вам, какой продукт для какого блюда нашинковать. Вот, и мандолина, более такая уже профессиональная. Здесь у нас... 9 различных вариантов нарезки, и еще есть различная толщина. Она в коробочке упакована, то есть все очень компактно, видите, с инструкцией. Инструкция заламинирована, то есть не страшно, если на нее какой-то продукт упадет. Все это абсолютно легко потом помоется. Ножки разворачиваете, да, и вот обратили внимание, то есть вот здесь вот у нас дополнительная идет насадочка, то есть всего 2 насадки. Вот она легко зацепляется и легко снимается, убирается. Что из чего состоит? Здесь два регулятора, круглый и треугольный. Круглый опускает вот эту платформу для того, чтобы вы могли сделать различную толщину. Толщина от 1 до 9 миллиметров. То есть вот оттягиваете вот этот круглый регулятор, и вот видите, я его опускаю, поднимаю, и тем самым вы фиксируете положение вот этой платформы. То есть какая у вас будет толщина нарезки. Ну, давайте опустим, допустим, на... Опустим, допустим, на шестерочку. Все, утопили кнопочку, все, 6 миллиметров толщина. Здесь прям по миллиметрам очень удобно. И треугольный регулятор, он что делает? Посмотрите, он вытаскивает вот эти лезвия для того, чтобы сделать какие-то брусочки, кубики толщиной 6 миллиметров. Здесь вот прям циферка 6, либо 9 миллиметров. Также оттягиваете, да, и поворачиваете. Все. И здесь вот очень хорошо, то есть вся информация на самих кнопочках размещена. Если вам нужно убрать, то вот переводим на замочек, да, метка, и около нее ставим замочек. И то же самое с большой, с круглой кнопочкой, переводим на замочек. Все, у нас также все безопасно. Здесь лезвия также защищены вот таким вот чехлом, да, если вам нужно будет промыть, у нас ёршики хорошие, то есть можно здесь вот так вот все убрать, промыть. То есть все абсолютно безопасно. Когда моете или когда уже плод там нарезали, ставим защиту, все ставим на замочек, только после этого убираем там остаточки, правда, очень аккуратно, потому что лезвие, чем хорошо, они очень острые, но это же и немножечко опасно, потому что если вы неаккуратно будете этим пользоваться, да. Также прорезиненные ножки, очень удобно, очень хороший упор, надежный, можно держать вот за эту ручку, то есть вы можете от себя работать, кто-то вот боком ставит, здесь вы уже сами отрегулируете. И можно также на какую-то чашу разместить, у нас очень хорошая чаша миллиан, прямо капусту туда сразу можно шинковать, лук и так далее. И у меня есть еще вот такая насадочка, ну, она у всех есть, я называю праздничная, потому что она для такой красивой нарезки. Как, кстати, ставить насадочки? Вставляем вот эти вот две штучки, да, и нажимаем вот здесь специально для больших пальчиков. Потом потренируйтесь, то есть в чехол можно все это убрать. Вот, что еще хорошего? Вот по этой инструкции работать на самом деле очень-очень легко. Вы просто смотрите внимательно. Например, вам нужно что-то нашинковать, ну, какие-то вот, допустим, картофельные слайсы, да, либо капусту, ну, что-то вот такое вот обычным способом, да. Вы смотрите, то есть вам нужно круглый регулятор поставить от 1 до 9, а треугольный должен оставаться на замочке. Все это вы делаете. Дальше, что вы смотрите по инструкции?
одеть плод на плододержатель и спокойно вот им работаем. Понятно, да? То есть это мы сейчас все попробуем. Если вам нужны какие-то там брусочки, кубики, также все очень подробно. Сначала, как вы устанавливаете кнопочки, и потом первый, второй, третий шаг, что вы делаете с продуктом. То есть делаем первый шаг, второй, третий. Все очень понятно. А вот с обратной стороны у вас уже вот для этой фигурной нарезки. Такие вот красивые тоже можно сделать из огурца, из морковки, из картофеля, чипсы. Мы очень любим делать вот таким вот рифлеными. Дальше сеточка. Обычно в салат делают огурцы, морковку. Детки, кстати, очень хорошо фрукты едят после такой нарезочки. И вот эти вот мои любимые. Это вот иногда из кабачка уже летом, когда не знаешь, что с ним еще делать, а его все надо есть, его все много. Можно вот из кабачка такие сделать. Ну, или какие-то овощные рагу даже красиво нарезать такими фигурными волнистыми штучками. Вот. В общем-то и все. Все очень просто. Как в действии. Да, теперь как в действии, ну, на какой толщину вам, ну что, на компотик или на... Короче, допустим, на компотик. Все равно, да. Также с любым продуктом, то есть, вы понимаете, да, держим за вот эти поля шляпки, да, на шляпку похоже. Все, одели. А когда работаем, вы нажимаете вот на эту красную кнопочку, тем самым продукт, когда он заканчивается, он продвигается дальше. Все. Это вот самое тонкое получается, да? Ну, я сейчас по половинку, даже семечки красиво прорезали. Вот такая красота. Ну, получается, вот 2 миллиметра где-то примерно. Да, звездочки. А? Вот как красиво. Слушайте, с этим звездочком можно прям ничего не придумать, да? Захочешь, так не получится. Грибочки, кстати, я вот так слайсами красиво делаю тоже здесь.